Советские холодильники. Самые громкие холодильники в мире. И самые выносливые. Легко выдерживают несколько переездов и последующую ссылку на дачу. Делали их на века. Чего там только не хранили. Продукты. Дождевых червей или мотыль для рыбалки. А на дверце лекарства. А сколько анекдотов про холодильник. Ну вот, к примеру, знаете, что самое обидное, когда варишь пельмени? Вода вскипела, открываешь морозильник, а пельменей нет. Зато там есть хорошая меховая шапка, андатровая. Некоторые советские люди убирали на лето вот такие шапки в морозилку. Считалось, что после этого мех будет дольше носиться.